Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня. Давай сегодня с тобой порисуем красками и кисточкой. У меня есть белый лист бумаги, кисточки, краски. Берем и рисуем сегодня цыпленка. Я хочу нарисовать желтого, круглого, простого цыпленка, чтобы каждый мальчик и каждая девочка смогли это нарисовать. Берем желтую краску и побольше ее возьмем и нарисуем кружок. Нарисуем кружок вот такой круглый-круглый. И закрасим его весь-весь желтой краской. Вот так вот закрасим. У нас будет такой круглый-круглый цыпленок, который только что вылупился желтой краской. Много желтой краски. Если у тебя ее много, то у тебя получится большой цыпленок. Но рисуй какого-то среднего. Такой кружочек нарисуй. Отлично. Теперь смоем кисточку и возьмем оранжевую краску. Это будет оранжевой краской. Мы будем рисовать носик, клювик, цыпленка. Опять-таки возьмем ее не очень много уже, потому что сейчас клювик такой маленький, треугольнички. Вот здесь рисуем треугольничек, это клювик цыпленка. Нарисуем сразу же нашему цыпленку хохолок, крылышки оранжевой красочкой, крылышки цыпленочку. И слева, и справа крылышки. И нарисуем ножки цыпленочку. Вот так. Одну палочку, вторую палочку. А здесь крестик и крестик. Получился цыпленок. Чего-то не хватает, скажешь ты. А я знаю, чего не хватает. Не хватает глазок. Просто глазок. Я возьму немножко белого. Немножко белого. И зрачки. Сделаю глазки. Они такие белые. А потом я возьму немножко черного, совсем капельку. Если ты можешь взять совсем капельку, то возьми совсем маленькую-маленькую капельку черного и сделай зрачки нашему цыпленку. Вот так и вот так. Отлично! Получается здорово. Простой-простой цыпленок. Мы его нарисовали. Если ты еще не все, ты думаешь, как бы мне улучшить свой рисунок, сделать его еще более ярким и красочным, то возьми зеленую краску побольше, возьми и нарисуй ему травку. Нарисуй травку вот так вот. Это будет и красиво, и ему полезно. Цыпленок будет травку щипать, будет искать червячков в земле. Это будет здорово. И твой рисунок будет такой весенний, яркий-яркий весенний цыпленок, яркий-яркий весенний рисунок. Все, сегодня рисунок закончен мой. Урок рисования был очень простой. Мы нарисовали кружок, клювик, крылышки и глазки. Все. И, может быть, травку. Все здорово. Желаю тебе хороших рисунков, хорошего лета. Все лето я буду рисовать красками. Приходи и рисуй со мной. Подписывайся на канал Рыба-Кит. И если тебе нравится, то ставь обязательно лайк. И приходи в группу ВКонтакте и в Инстаграм тоже заходи. Рыба-Кит, папа рисует. Пока-пока.